Добрый день, меня зовут Непомнящий Евгений, по профессии я ювелир. На протяжении, наверное, более чем 10 лет я занимался тем, что изучал, как золото влияет на других людей. Года два назад я начал замечать, что не только золото влияет на других людей, есть еще куча других технологий, которые также оказывают влияние на сознание человека. Я начал пытаться разбираться с этим. Гипноз, деньги, власть, все это оказывает какое-то либо влияние. И каким-то непостижимым для меня образом я попал сюда, в город Томск. Это примерно 350 километров от того места, где я живу, на один из тренингов, который мне очень понравился. Насколько я помню, это был эриксоновский гипноз. Я получил замечательные результаты в свое время. Мой бизнес практически за полтора месяца удвоился после прохождения мной этого курса. Сейчас же я нахожусь на заключительном этапе прохождения тренинга, который называется NLP Мастер. На этом тренинге дают вот такие замечательные дипломы. Дипломов у меня в жизни очень-очень много. У меня 3 высших образования, все дипломы у меня хранятся где-то по полочкам. Не то, что я их люблю коллекционировать, а то, что в своей жизни я понял одну интересную вещь. Для того, чтобы чего-то достичь, нужно постоянно развиваться, постоянно куда-то двигаться. И этот центр мне действительно очень нравится. Чем он мне нравится? Тем, что здесь я получаю не только информационные знания, их сейчас можно получить запросто, никуда не выезжая из интернета, а получаю какие-то важные для меня реальные результаты. Чем для меня все-таки ценен именно вот данный сертификат? Данный сертификат подтверждает тот факт, что при составлении модели, а на этом тренинге мы действительно очень много вручную приходилось делать для того, чтобы получить тот результат, который мы с нашей командой, кстати, я всех благодарю, спасибо вам огромное, что мы все вместе это сделали. Мне приходилось и как эксперту участвовать, и как участнику группы. Это накладывало какие-то все-таки достаточно сильные ограничения, потому что какие-то синизмы у меня появлялись ночью. Я мог об этом там совершенно случайно с дома бежал за компьютер, заносил какие-то там изменения. Мы очень много и дружно общались через интернет, через скайп. И все-таки, помимо, еще раз говорю, сертификата, у нас появилась очень хорошая сплоченная команда. Это замечательно. Чем понравился мне еще этот тренинг? Этот тренинг дал действительно осознание того, что в этой жизни я лично могу достичь очень и очень многого, исходя именно, особенно из того состояния, которое мы получали на первой сессии, да, вот это состояние мастерства, оно мне запомнилось очень-очень сильно. Более того, если вы смотрите это видео, я подразумеваю, что, скорее всего, это будет оно выложено где-нибудь в интернете, что вы уже заведомо интересуетесь теми тренингами, которые ведет Колесов Павел Борисович. И в этом мы с вами, кстати, очень похожи. Почему? Потому что Павел Борисович – это тот тренер, который людям дает, как я уже говорил, не только знания, он дает им практические результаты, внедряет практические навыки. Поэтому, если вы стоите на распутье, идти там на ближайший тренинг или не идти, я бы рекомендовал вам действовать достаточно быстро. Почему? Потому что при всем великолепии этого тренинга, вернее, тренингового центра, здесь есть один маленький нюанс. Вы должны его знать, поскольку я вам говорю искреннюю правду, я должен вас об этом предупредить. Здесь постоянно повышаются цены. Почему? На протяжении 2 лет я езжу сюда. Я замечаю, что в связи с тем, что от тренинга к тренингу студенты там, или обучающиеся здесь на тренингах люди получают все более высокие результаты, повышается ценность этих результатов, соответственно, и растет цена. Поэтому, если вы стоите сейчас на перепутье и думаете, делать или не делать, делайте быстро, потому что далее цена будет еще выше. Я лично прошел это на собственном опыте, поверьте мне, это так. Поэтому действуйте быстро в этом мире. Быстрые поедают медленных. Рекомендую действовать. И еще я бы хотел бы сказать, чем хорош этот тренинг. Этот тренинг действительно, помимо всего прочего, позволил мне осознать свои основные ценности в жизни.
Основными ценностями для меня является это возможность жить долго и счастливо, чего, собственно, я вам и желаю. Будьте здоровы, живите долго, счастливо и богато. Всего доброго.